«Создай свой бизнес». Так называется деловая игра, в которую предложили сыграть школьникам Пермского края. Ребята в игровой форме проходят путь от разработки бизнес-идеи до старта проекта. Мы попробовали, я думаю, что у нас получилось. Эта идея очень актуальная, интересная, потому что многие хотят быть предпринимателями, и я думаю, что они получили здесь большой навык для этого. Реставрационная мастерская, цех по производству светоотражающих лент и организация новогодних поздравлений. Лучшие проекты старшеклассников участвуют в конкурсе «Биржа идей», где главная задача – найти инвестора. Предприниматели Перми оценивают финалистов, а сами ребята делают ставки. Мне очень нравится деятельность предпринимателя, и я хотела попробовать себя в этом направлении. 1100! 1400! 1900! Все, что удалось заработать в игре, школьники тут же пускают в оборот. Новоиспеченные бизнесмены участвуют в аукционе. Идейки, хоть и вымышленная валюта, среди предпринимателей в цене. Здесь идейки обменивают на настоящие призы. Во-первых, они получают знания вообще, какая идея сейчас на рынке наиболее актуальна. Да, они ее тестируют. Они получают знания по маркетингу, как просчитать свой проект. Основная задача состоит в том, чтобы дети хотя бы задумались, что предпринимательство может стать профессией в будущем. И поэтому в рамках этого проекта популяризация предпринимательства – это самая главная наша задача. В «Бирже идей» участвует более 100 школьников из 14 районов Пермского края. Побеждает проект Кондратовской средней школы. Ребята организовали в обычном учебном классе квест-рум. Бизнес-идея наша заключалась в том, что мы делали квест-рум в нашей школе. 2 месяца уже проработали. Мы очень старались. Получилось все-таки, заняли 1-е место. Очень волновались, но все-таки все вышло. Конкурс – часть программы «Ты предприниматель», которую в регионе реализует Пермский фонд развития предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Более 1000 ребят смогли принять участие в деловой интернет-игре. Четверть из них разрабатывали бизнес-проекты. Так что «Биржа идей» – завершающее мероприятие для школьников в этом году. Анастасия Петухова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».